Сколько тут помещается зрителей на бане? 21 500. 21? Да. На первом месте? На первом месте? Да, именно хоккейный. Хоккейный. Еще на концерты 23 тысячи. Ну, у вас вот эта средняя часть солидно сделана, вот эта. И удобная, удобно, видно все. Ну, по-богатому сделано, конечно, все шикарно. Все, что я сделал, все это российское. И архитекторы, и российские, и дизайнеры российские. Все. Абсолютно верно. Максимально. Здесь одна команда. Одна команда. Четыре пятерки, два вратаря. Кажется, тут на две команды хватит. Как дворец? Нравится, ребят? Очень нравится. Очень. Скоро переедете, говорят. Слышь, что-то хитро улыбаются, что-то. Дворец, натуральный дворец. Все предусмотрено, все шикарно, рассчитано. Шикарно, красиво. И для зрителей, конечно. Мы наверх поднялись, посмотрели. Обстановка праздника. Не знаю, и зритель, конечно, будет приходить сюда с удовольствием. Я думаю, сюда просто люди будут стремиться сюда прийти. Реально, как на праздник приходишь. И, причем с самого верха все хорошо видно, слышно. Так что мы искренне желаем вам освоить и Владимир, хотел еще результат. Капитан наш вот. Сказать пару слов благодарности, выразить благодарность. Александр Никишин, капитан хоккейного «БСК», капитан сборной России. А на площадке какой? На площадке такой боевик, а на самом деле скромный парень. Там я в форме. Молодец, хорошо. Очень приятно, что вы нашли время и приехали к нам. Мы сегодня провели первую тренировку на новой арене. Почувствовали, увидели ее высокий уровень. Надеемся, что в скором времени правда будем играть на ней. И вдвойне приятно то, что она правда в Санкт-Петербурге сделана. Это, конечно, дорогого стоит. Приятно то, что на международном уровне играем против сильной команды сборной Беларусь. Играли недавно долгую суперсерию, также клуб Первого канала. И всегда приятно иметь постоянного соперника. Просьбы, как бы наши желания, хотели бы вас пригласить. У вас, Владимир Владимирович, и вас. Всем говорю, вне зависимости от того, что вы за Минское «Динамо», все равно посетите нашу тренировку и выйти с нами на лед. Я приду, когда вы с «Локомотивом» будете играть, буду за вас болеть, и никто вопросов не задаст. Тогда супер. Спасибо. Но у вас тяжелая игра, ребят. «Локомотив» проиграл две игры, он такие злые ребята сейчас. И хорошие. Так что готовьтесь. Сейчас готовимся к плей-офф все. Вот здесь же вы будете играть? Следующую игру «Локомотив» мы играем на прежней арене, а вот после выезда приезжаем сюда. И из Минского «Динамо», да? Здесь есть ребята, да? Да, есть вот такие. Как Степан Фальковский хотел бы выразить слова благодарности. Ты, может, уже в нападении уже здесь? Пока в защите, да? Пока да. Но он на хоккейной площадке, он отец. Он там здоровее всех. Владимир Владимирович, хотели вам подарить президенту подарки. Играли в форме «Ленинград». Это вам подарок от нас. Здесь две майки, да. На всякий случай. «СКА» форма и «Ленинград» форма как раз таки. Спасибо. Победа «Ленинграда». Завтра играем в форме «Ленинграда». Спасибо. Спасибо. Батарман говорил, что белорусы хорошо воспринимают хоккей, играя в российских клубах, но я должен тебе сказать, что ты за год вырос. Спасибо. Ты быстрее. Еще вырос? Нет, он быстрее стал. Вот иногда тягомотина у него была, я наблюдал за ним. Но сейчас я говорю, может, нападение играет. Он же больше впереди играет, чем сзади. Успевает уже в защиту. Намного быстрее стал. Спасибо. Ну, мы работаем. Тренируем каждый день. Ты честно сказал, что выросли ребята. Ребят, спасибо. Это плей-офф, посетить его игру. Но плей-офф. Интересно, где сильная будет команда. Сильная, они там сражаются по-настоящему. Да, вот это... Плей-офф совсем другая игра. Конечно, конечно. Чем дуэль.